привет, это Олег, город Севастополь. Ребят, у нас чудесные вещи просто. Ребят, я в восторге, я прям в радости. Все, наверное, знаете Федора Ушакова. Ну, наверняка многие из вас слышали. Это мне очень близкий человек по духу. Близкий даже тем, что он, представляете, он хоть с украинской семьи, но он своим домом считает вторым город Миасс Челябинской области, а я оттуда родом. Я действительно оттуда родом. И он... Этот человек, наверное, вы знаете, он сделал 17 кругосветных путешествий. Он сколько-то раз пересекал Атлантический океан, на последний раз на весельной лодке, представляете, там волны были там 9-метровые. Он поднимался на 7 вершин мира самых высоких. Он был в одиночку на Южном полюсе, на Северном полюсе. Он, в общем, такие рекорды. Он в воздушном шаре, представляете, кругосветное путешествие. Ребят, он в Орловке. Он в Орловке, он у нас здесь. Я просто где-то в новостях читал, когда было последнее кругосветное путешествие, когда мы за него молились, когда он не выходил на связь несколько дней. И вот где-то в новостях прозвучало, что он, все нормально будет, он будет в Орловке строить часовню. Да, кстати, понимаете, это Звездный берег, апартаменты. И вот, собственно говоря, у нас здесь в Орловке Федор строит часовню. При всем при том Федору Ушакову. Федор Конихов, Федор Ушакову. Святые люди. Он здесь, кстати. Я с ним поговорил, но он на камеру не хочет говорить. Он вообще действующий священник Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Наш святой Федор Федорович Ушаков. Канонизирован. Я показывал в одном из видений несколько лет назад мощи Федора Федоровича привозили. Настройки разные, языки звучат, интересно. Все желающие, кстати, если у вас в сердце есть Бог, вы знаете, что, понимаете, что можно, хотите приложить руку к строительству храма, вам всегда будет рады какой-либо помощи. О, я даже не понимаю язык. Теодор. Итальянский. Вот, ребята. Вот такие вот у нас происходят дела. У нас такая достопримечательность новая. Не понимаю, итальянский язык или португальский. Часовня святого праведного Федора Ушакова. Келья Претерии Русской Православной Церкви Московского Патриархата Федора Конихова. Там вот написано. А здесь внутри сейчас выйдет, сниму, может что-то скажет. От хирурга. Вы же знаете, кто это. Ночные волки. Давайте подождем Федора. Народ, кстати, не знает, что здесь именно сейчас находится Федор Конихов. И представляет, сколько бы прибежало народу с ним познакомиться и пообщаться. Вот некоторые люди знают и ждут встречи с ним. Он дает сейчас интервью. Я не знаю. Я интервью не знаю с Федора, что и спросить. Я хочу ему просто, я хочу пожать ему руку. Этому святому человеку, Дункану Маклауду православному, который лезет в такие просто безбашенные, отвязанные вещи, и он их выполняет благодаря вере, благодаря Богу. Круто. Ждем, сейчас выйдет. Лицо медийное, постоянно к нему приезжаю, так гляжу, разные люди, такие прямо серьезные какие-то там. И прям жесть прям. То есть не так просто найти у него свободную минутку, с ним пообщаться. Но если вам это удастся, да, ребят, круто. Ребят, вот и Федор. Здравствуйте, Федор!
Опасная собачка. Можно вопрос пожать руку, фотографироваться? А, собачка, можно. О, хорошенько. Федор, как зовут? Тимофей. Федор, можно руку вам пожать? Тимофей. Спасибо, что вы есть. Тимофей. Вот это, вот дочку фотографирует, можно с вами? Да, давайте. Ведь давай. Ну и ничего страшного. Давайте вам все вместе. Давай, человека. Давайте. Просто за честь перед сфотографироваться. Спасибо вам, Федор. Давайте. Снимай он, ребят, на крышу полез. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, он такой классный. Я не снимал свой разговор с ним. Ребят, есть время, приходите помогать. Хотя бы с Федором пообщайтесь.